Вопрос. Вопрос интересный. Вам нравится Альфа-центр, а мне да как он нравится. Здесь вообще все изумительно. То есть здесь, кстати, можно жить. Все есть, от и до. Но вам бы хотелось снять здесь место в аренду. Есть сегодня такая возможность. Мы вам покажем, что сделано на 8-м этаже. И вам это будет, я так думаю, более чем интересно. Потому что есть место, в котором можно жить. Это Альфа-центр. Мысль интересная. Как оторваться от земли? Ну, в переносном смысле, естественно. Чтобы можно было бы приехать и с парковкой мест хватало. Чтобы офис был не тянущий мзду. Чтобы можно было бы купить все. Все. И поездки за границу. Чтобы машину помыли. Чтобы для питания и для кофе с чаем было несколько вариантов. Чтобы был массаж. Чтобы дети повеселились. Кино. А как же? Банкоматы. Все. Только в Москве? И вы обломаетесь. Город Магнитогорск. Герцена 6. Альфа-центр. Да, господа. Причем лучшие. Здесь для человеков удовольствие. И для лучших китайских друзей тоже. Может, Куба приедет и будет лучший результат в области онкологии. И мы говорим о том, как встречают вас в бизнес-центре. Вот так встречают. Сложно, а? Но можно. Где? Да здесь же. Я честно удивился. Как так можно? А вот так. Идеальная чистота и нововведение. Где все это? Здесь, в Альфа-центре на Герцена 6. Вы занимаетесь и вы практикуете, и вы готовы с людьми пообщаться. Вы приехали в Альфа-центр, вам это нравится? Мне очень здесь нравится все. Во-первых, ты уже когда заходишь, это уже представительное место. То есть здесь уже другая атмосфера и комфортно. Прежде чем выбрать это место, я много всего проехала, посмотрела. Во-вторых, с чем столкнулась? С тем, что все, что дешевле, это надо вкладываться в ремонт, это надо оплачивать отдельно коммунальные услуги, уборщицу и все вот эти моменты. То есть здесь все в одном месте. Во-вторых, что мне здесь еще на самом деле самой очень нравится, что сплим-система, у тебя какие-то проблемы возникли, звонишь диспетчеру, все это решается. И относительно всего, чего я видела, стоимость этой аренды адекватная. Мы арендовали на 5-м этаже. То же самое расположение, только был маленький офис на одну сторону, на юг. А здесь побольше расширили. Здесь, конечно, очень удачно, что здесь на две стороны, восток и юг. И само помещение очень большое, ремонт свежий. Нам прям замечательно, очень нравится. Стоять! Это жизнь. А что же еще? Кто-то уехал, кто-то приехал. Но место уникальное – это Альфа-центр. Такие есть, но в количестве малом, и это в Москве. Понимаете, бывают вещи разные, но Магнитогорск в центре событий, в центре лучших – Альфа-центр. Красиво и для людей. Я тоже честно приглядываю. Было бы желание, можно сделать. К слову, мы пропутешествовали только по одному этажу. Есть офисы в аренду. Приезжайте, арендуйте, работайте. Эта часть вашего спокойствия решена. Мало того, время больше, чем в городской администрации. Все для вас. Никаких проблем не будет и точка. Такую жирную точку в отношении бизнеса ставит Альфа-центр на Герцена 6. Я много чего видел. К слову о том, что не только это дело сделано здесь, в Магнитогорске. Также это делается Альфа-банк. Неплохой банк, реально красивый и крутой. В этом Альфа-банке то же самое. Верхняя часть в красный цвет, здесь в черный. И обратите внимание, какие красивые, качественные потолки. И самое забавное, что здесь это делается постоянно. То есть, ну, бывает такая событийность, да, у человека бизнес либо закрылся, либо, ну, разные вещи случаются, да. И прежде чем вы возьмете место в аренду, сделают замечательный, качественный ремонт. Вот такой же, ровно как он был сделан на 8-м этаже. Обратите внимание, все сделано не просто изумительно, все сделано безупречно. Приходите сюда, получайте максимальное удовольствие. К слову о том, что максимальное удовольствие здесь получают даже те, ну, кто имеет некоторые проблемки. То есть не каждый первый может себе позволить ногти нарастить.
И цена на аренду здесь абсолютно нормальная, ровная и никуда не прыгающая, потому что это Альфа-центр.